Добрый день. Сегодня номер КТК. Мы предлагаем вам почитать материал о том, как с наступающей жарой будут бороться на дорогах всей сети. Ну, а первой начала борьбу с жарой Московская железная дорога. Вчера было объявлено здесь особый режим работы в связи с наступающим повышением температуры воздуха. И всем подразделениям необходимо в течение трех дней провести инструктаж. Кроме того, каждый работник должен обеспечиваться будет водой, тот, кто работает, в общем, на открытом воздухе, а это локомотивные бригады, путейцы, энергетики, им будет выдаваться каждый день по 1,5 литра воды. Также должны работники помнить, что нужно всегда одевать головные уборы. Головные уборы предусмотрены в комплекте спецодежды. Затем на всех предприятиях должны быть восстановлены или проверены работы душевых кабин. Здесь должна быть обеспечена бесперебойная работа горячей и холодной воды. Также все бригады должны, путейские особенно, которые работают на перегонах, должны быть обеспечены аптечками. В аптечку должны обязательно входить нашатырный спирт. Это первое средство от теплового удара, чтобы привести человека в чувство. Также будут в этих аптечках специальные повязки, ледяные, специальный лед, охлаждающие повязки. Ну а также обязательно сердечные средства, желудочные средства, ну все то, что необходимо при оказании первой медицинской помощи. Кроме того, если жара будет продолжаться, температура будет повышаться, то руководители подразделений могут и запретить плановые путевые работы. Но, естественно, не основные работы, да, регламентированы, а только плановую работу можно запретить будет. Затем работать также, если жара будет очень серьезной, то работу можно будет перенести на более ранние часы. Ну а если жара опять же будет зашкаливать за 30, то все работы с отравляющими веществами будут прекращены. Ну а как на других работах будут бороться с жарой, вы можете прочитать в нашем номере Гудка. В свежем номере газеты «Гудок» на второй полосе вы сможете прочесть о неприятной ситуации, создавшейся на Северокавказской железной дороге. Суть ситуации в том, что прокуратура вынесла представление начальнику вагоно-эксплуатационного депо «Новороссийск» в связи с тем, что была проведена проверка в поезде номер 311, шедшему по маршруту Абакан-Воркута. В 6-7 вагонах этого поезда дети ехали на юг, к морю, и ни один вагон не был оснащен кондиционером и биотуалетами. К тому же получилось так, что оба вагона-ресторана поезда были отдалены от вагона с детьми, в связи с чем ребятам приходилось проходить полностью весь практический состав, чтобы добраться до мест, где им выдавалось питание. Надо сказать, что в Новороссийском вагонном депо отрицают свою виновность, поскольку поезд не входил в официальный перечень поездов, где должны перевозиться дети и где должны быть установлены кондиционеры и биотуалеты. Что же касается вагонов-ресторанов, то
Новороссийские железнодорожники переадресовывают этот вопрос к своим коллегам на станции Воркута, ведь именно в Новороссийске весь состав был сформирован согласно нормам и правилам. О трудностях трудоустройства выпускников вузов читайте на 7-й полосе свежего номера газеты. Каждый третий выпускник вуза этого года официально стал безработным, показал всероссийский интернет-опрос. Из тех, кто уже определился с работодателем, каждый второй участник опроса самостоятельно занимался поиском работы. Более четверти трудоустроились с помощью родственников или знакомых, а около 10% выпускников работу предложил сам работодатель. А при этом больше половины студентов нашли работу еще во время обучения или в течение недели после окончания учебного заведения. Многие из участников опроса винят в проблеме с трудоустройством скорее объективные обстоятельства, то, что работодатели не берут без опыта работы, нежели статус оконченного вуза или свое холодное отношение к учебе. Тем, кто еще не нашел места, конкурировать придется не только между собой, но и с выпускниками двух предыдущих лет. Согласно статистике, среди выпускников 2009 года только половина имеют сейчас постоянную работу, а среди окончивших вузы в прошлом году всего 49%. Судьбы выпускников университетов путей сообщения тоже складываются по-разному. Ежегодно в компании трудоустраивается около 7000 новобранцев из отраслевых вузов. Это примерно 70% от общего контингента выпускников. Остальные сами находят себе занятия по душе, но тоже пользуются у работодателей спросом. Ректоры отраслевых вузов в один голос говорят, что неустроившихся выпускников у нас не бывает. Наши механики, строители, информационщики и многие другие представители профессии в своих отраслях показывают себя даже лучше, чем выпускники профильных учебных заведений. Конечно, проще всего складываются отношения с отраслью у тех, кто еще на школьной скамье понял, чего хочет, или у тех, кто взял целевое направление и уже знал, куда пойдет на работу. Однако бывает так, что любовь к железной дороге оказывается невзаимной, и без целевого направления устроиться на железную дорогу не так-то просто. Необходимость внедрения в каждую дистанцию пути инженера-технолога ориентирована на внедрение технологий бережливого производства отметил старший вице-президент ООО РЖД Валентин Гапанович. Об этом он сообщил, подводя итоги видеоконференции по внедрению оптимизирующих издержки технологий в путевом комплексе. Он отметил, что если за последние 30 лет руководство РЖД в основном призывало к сокращению штатов, то введение дополнительной штатной единицы в путевом производстве, которая будет отвечать за бережливое производство, это вынужденная необходимость, с которой нужно мириться. Более того, этот новый человек позволит многократно окупить затраты, потраченные на его внедрение в бригаду. Также Валентин Гапанович порекомендовал разработать до конца этого года учебник по бережливому производству, который будет полезен не только работникам РЖД, но и студентам. Сегодня на спортивной полосе Гудка вы прочтете интервью с Ильей Леоновым, играющим тренером и капитаном нашего пляжно-футбольного клуба «Локомотив». Как известно, железнодорожники не так давно во второй раз в своей истории, недолгой, долгодичной истории, стали чемпионами России. Железнодорожники сыграли здорово, железнодорожники выступили на самом деле великолепно. В общем-то, Илья, когда ему задавали вопрос, когда было трудно выиграть чемпионат России в первый или второй раз, он сказал о том, что трудно было как в первый, так и во второй раз, но победы на самом деле заслуженные оказались. Первый раз было трудно выиграть, поскольку первый раз он на самом деле сам по себе очень труден, а второй раз нужно было удержать звание, и, слава богу, Локомотиву это удалось. Задали ему вопрос о том, что как трудно было поменять в воротах своей команды Андрея Бухлицкого, нашего вратаря, который пропустил в первом тайме 4 гола, на что Илья сказал, что на самом деле такой выбор был нелегкий, но тем не менее Бухлицкому нужно было отдохнуть, и заменивший его Александр Филимонов выступил на самом деле хорошо, и получилось так, что отстоял свои работы, ворота. Задали вопрос мы Илье о том, что как он относится к идее провести матч с болельщиками, на что он сказал, что он двумя руками за, но для этого нужно время, потому что, в общем-то, скоро Локомотив ждут выступления в Кубке России, вернее, до этого
и «Локомотив», и многие его игроки, они поступят в распоряжение сборной России и сыграют на чемпионате мира. Он убежден, что все лучше и у команды, и у нашей сборной впереди. Очень рекомендую прочесть это интервью, автор которого Владимир Суецин, сделал все для того, чтобы вам было интересно.